И в завершение этого выпуска немного о спорте. «Дизель» одержал очередную победу в рамках чемпионата Всероссийской хоккейной лиги. В третьей игре домашней серии матчей «Желто-черные» в упорной борьбе обыграли «Южный Урал» из Орска. В середине стартового отрезка счет открыл Никита Ли. Через 4 минуты гости восстановили равенство, реализовав большинство. Под занавес с первого периода команды устроили небольшую драку. Вероятно, это немного завело пензенцев, и через пару минут они забросили вторую шайбу. Остаток матча прошел уже не так увлекательно. За 40 минут лишь одна заброшенная шайба. Уральцы сравняли счет во втором периоде. Ничья продержалась до финальной сирены. В дополнительное время ни одной из команд также забросить не удалось. Исход поединка решили булиты, точнее оказались пензенцы. Победный бросок на счету Ильи Павлюкова.